Вот так у меня собаки воспитывают попугая. А Филя молодец, какой Филя. Сидит, смотрит телевизор. Передачу опять смотрит «Проводный мир». Смотрит, как хорошо живут рыбки, не ругаются. Не поняла. У нас что, дождь начался, Саша? Какой-то звук такой. А, Томас. Саш, ты видел Томаса? Нет. На аквариуме. Он так спал, что мы думаем, куда Томас делся. Нормально ты, Томас, устроился. Он же ты пудельком там лег на этом аквариуме. Филя, ты уже устал смотреть передачу? Отвернулся. Хорошая же передача была. Успокоительная. Та-та-та-та-та. Мы куда-то игрушку утащили. Томас, как будто его там нету. Я снимала видео, даже не видела, что там Томас лежит. Пока Мёткин туда не прилетел. Томас был на улице. Пришел, вымывается. Чистоплотный котик. Да, очень чистоплотный. Красивый котик. Дворянской породы. Всем нравится, всем даже Филя очень красивый. И я говорю, красивый. Такой небольшой тигр у меня. А как мы чисто умываемся. Боже, как красиво. Фух, скажи. Продолжай смотреть передачу. Продолжай. Хорошая передача. Потому что уже темно, скоро передача ляжет спать. Придется выключить телевизор. Да? Этот телевизор тоже выключается на ночь. Вы что думали? Он круглый год работает? Круглые сутки? Нет? Кто мне тут под ногами? Безобразники какие-то. О, Тузи, конечно, у него получился шерсть между папой и мамой. Темнее папа. Темнее мамы и светлее папы. И сделать такой я тузик. Сейчас мама меня хорошо помоет. Вот, я скажу, буду чистый, такой же чистый, как Филя. Филя вот умылся и лег спать. Так, для всех желающих, которые говорят, что я снимаю мало Филю, всего снимаю много, смотрите. Красивый кот лежит, никого не трогает. Насмотрелся телевизор, нагулялся на улице, покушал хорошо. Всю жизнь малина. А вот сверху еще Томас валяется. Если я сказала Томас, это не значит, что Мёткин я сказала тебе трогать Томаса. Томас лежит просто отдыхает. Он наблюдает за рыбками сверху, через щель. А где Чарли? Чарли здесь на дверях. Более вносимый. Все. Терри, покажи. А где Терри? Там Терри, а что ты там делаешь? Там и наблюдает следующее. Мы с
может, ну, Чарли. Значит, Кристина у меня там. Веревочки мои снимает. Сейчас получит. Мятхен, не трогай рыбу. Иди нахуй в комнату лети. Мятхен. Мятхен. Иди погладим красивого котика. Он такой малюсенький. Такой прекрасный, скажи я. Такой, скажи я, хороший. А красивый, скажи, что ужас какой красивый. Да. И Бобочка такой, такой красивый живу здесь. Такой ходит играться уже с мамой. Лежи, отдыхай. Все. Лежи, отдыхай. 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 Нос. Покажи, как коты прилично нос вышмаркивает. Вот так. Берем за носики такой. Тебя вывели, красивый. Мятхен, отцепись от этой рыбы. Слезь уже давай. Иди, гляди в комнату.